четверг в Самарской области пасмурно, местами выпадет небольшой снег, минус 7, минус 9 днем, ночью 6-8 ниже 0. Ветер южный 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, возможен снег. Днем минус 6 и ночью 6 с минусом. Южный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег. Днем минус 6 и ночью 6 ниже 0. Ветер южный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, минус 9. В дневное время ночью минус 7 градусов. Южный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.